Всем привет. В общем, сегодня уже вечер. Утром что-то не снимал, то одно, то другое. В общем, доделал габариты. Ну, фонарей еще не ставил. Габариты там на панели, чтобы все датчики показывали. Завел, но ну, он поработал чуть-чуть. Подобсохло. Сейчас заправляю его. И будет у меня стоять, греться. Работать, а то он особо толком так и не работал. Он все, блядь, еще течет. Литров, наверное, 20 слил. Вот он у меня так выглядит. Сейчас засниму процесс заводки. Решил, в общем, капот особо не переделывать. Но он мне нравится, но не очень. В общем, решил оставить на потом. Деньги будут, лучше я новый сварю. Ничего не вырезал, думаю, раз в день можно и открыть капот. Все равно масло проверять, уясло. Воду. Ну, в общем, сейчас покажу, как он функционирует. Свечку, блядь, поменял, там у меня с длинной юбкой была, а это с короткой. И что-то он заводиться не хочет теперь. А поменял, потому что с этим болтом внизу пускача, Саня железный капут, все, ебался с этим болтом. Он у меня был закручен, но свечка была неплотно закручена, я ее закрутил плотно, и пипец. Ну, в общем, вот так ночь оставляешь с открытым краником. Карбюратор как бы держит, все нормально, бензин никуда не девается, не течет. Но вот сколько я тут месяц уже с ним ебусь. Открутил болт, ну в общем закрутил эту свечку, перестал заводиться. Болт открутил, свечку открутил, она сырая. Болт открутил, оттуда, наверное, чуть ли не пол-литра вытекло. В общем, сейчас обратно закручу свечку старую.
этим глушителем громко он работает. Особенно газ давит. Ездил, траву там подавил. Всем привет. Сегодня уже другой день. Сегодня вставляю стекла. Вот. Тоха, специально для тебя. Я о тебе помню. Сейчас буду специально для тебя вставлять, показывать. Вот вставил резинку. Сейчас будем ставить шнурку. Вот, в общем, вставил, осталось сантиметров 50. Вот это как происходит. Вот я довел по кругу, ну надо поправлять чуть-чуть. Вот. Она, можно сказать, сама заходит. Просто тянешь, поправляешь, нажимаешь с той стороны. Ну, лучше вдвоем, но, как видно, один я справился за 5 минут примерно. Ну, с подготовкой, судя по видео, за 9. Потом поправляем все на место. И, в общем, все, стекло готово. Одно. Резинку надо почистить. Было, блядь. Не бать я, урод. Что я не заметил, что она корявая. Ну ничего, так почищу. Либо сниму потом. Что теперь вторая также будет. Что уже вечер. Сегодня я мало чего сделал. Поставил сиденье. Ну, поставлю. Вот оно у меня будет прикручиваться на болты.
Сиденье у меня, ну оно и стояло, сиденье у меня с подогревом. Сейчас, о, этот, ну хуйнюшка это, в общем, подогрев будет у меня. Вот так сидеть. Тут будет. Ходил переговоры, переговаривать насчет работы. А то там что-то то надо, то не надо, то надо, то не надо. Хер поймешь, мне тут осталась уже херня. И как бы уже вроде как и голодно. Так что вот. Сейчас доделаем. По-бырому. Уплотнители еще не ставил. Стекло не ставили, потому что надо еще фары подключить. Фары. Фары, я думаю, сделать. Не фары, а галогенки. Вот у меня есть такие. Эти. Не, не у меня. Куда я их положил? А вон они. Вот такие. Я их обменял на свои. У меня такие маленькие были. 1/4. Не. В ширину, наверное, вот такие. И в половину меньше. Посветили. Вот хочу сделать. Вот тут они у меня, чтобы стояли. Ну, внутри. Через решетку светили. Вот так, опа. Тут такую пластинку сделать. Железную. И чтобы сюда они ставились. Глушители буду переделывать громко очень. Будет тоже труба такая же. Но тут, я думаю, сделаем, выведу. Ну, вот сюда сбоку. Тут сделаю такой ящичек. Ну, типа, как ящичек сварю, квадратную. Там у меня будут перегородки. Ну, в общем, глушитель я сделаю, а потом труба наверх. Это так громко, как бы. Считай, блядь, прямо ток. А с тем глушителем у меня вот рядом можно стоять и разговаривать в полголоса. Ну, тихо было, в общем. Ну так-то можно и так работать. У Сереги, ну у родственника у меня на обоих тракторах прямотоки. Ну, у глушителя все выебнуто. И прямотоки в обоих стоят. Тоже так газа даешь, он так заорет. Ну что, вроде все. Ну я еще там буду варить, но уже скоро темно. Сделал тут растяжки, все, ничего не болтается. Ну растяжки уже давно сделаны. Цилиндр. Ой, это распределитель. Распределитель закрывать не буду. Ну, тут надо подтянуть. Подтекает. Ну, это я просто собрал, как бы, по-бырому. Теперь надо протянуть везде все. Сидушка, блядь. Ну, чё, на этом все. Эта серия подходит к концу. Подписываемся, ставим лайки, комментируем.